Расскажите, пожалуйста, если можно, свою историю. Каковы ваши задачи по отношению к Земле, другим мирам? Воплощались ли вы, возможно, на Земле? И если можно, назовите, пожалуйста, в каких воплощениях, кем вы были, если эти личности нам известны? Вот такой вопрос. Было время, когда все архангелы спускались на землю, помогали населению, обучали. Напрямую от архангелов обучение. Это ж когда было? То есть вы жили на земле, вы воплощались, вы учили, вы помогали людям, живущим на земле. Это было. А знаменитой какой-нибудь личностью на земле, потому что там все ищут следы архангелов на земле, вместо того, чтобы голову поднять. Нам давно не интересна Земля в этом плане. Да. Очень редко возникает желание. Благодарю вас, уважаемый Архангел Ханиев.